народ. Это вылазка на рассвете. Вон рассвет у нас. С нами снова Леха. Мы снова играем на проекте Майнкейк. И, собственно, сейчас мы пойдем в Метановск. Короче, в Метановск пойдем. И надо все тут залутать. И пострелять. И зайти вон тот Макдоналдс. О, точняк. В KFC надо еще не забыть зайти. Ты где? С неграми. О, пошли в этот автосалон. Какой? Вот. Где? Вот. Где? Да вот, да где справа. Автосалон? А, это автосалон? Да. И где ну, ты тут нет. Машину а, видишь? А, не, ну это, ну знаешь, как-то такие стекла просто из GTA-шки. Ты привык. Чё? Типа автосалон, ну стекла большие. И тут сервак сейчас что-то вообще лагает, не знаю. Походу, главный админ Даня хост пропил и... Не, просто кто-то поставил... качает. Качает, да, там ну. Хостеры качают ну, не, ну. Хорошие фильмы. Чтобы ну, потом. Но потом все равно их удалят, так что. Да? Нет. Я не удаляю. Все, пошли в Макдоналдс. Погнали, Макдоналдс. Да, пошли. Опа! О, вижу, вижу. Огонь! 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 Давай, давай, вали его! Вали, блин! Вали! Да чё тут так лагает-то, жесть? По-по-по, чё так больно? Чё так больно? Я его убил. Да? Да. Тихо, там кто-то дверь открыл. Вот он. Тихо, тут дверь кто-то вон открывает. Там. Это я. Забирай, забирай. О, патроны мои. Класс, класс. Как подлинкаться? Бери, бери. Надо жрать. Как подлинкаться? Надо жрать, говорю. Надо жрать? Да-да-да. О, у него кувалда была, класс. Где пожрать? Погоди, о, это полицейский был. Да вот, пожрать, попить. Так, с первых навальнули, отлично, прицел. Фига себе. Так, перчатки байкера, класс, все, я буду как перчатка. Класс. Так. О, полицейская шляпа, еее. О, станок пошел, нашел патроны, так. Не все. Полицейские будем. Вот там чувак. О, бля, он меня залагал, ну что ж ты его не убил-то? Че? Твою мать. Блин. Ну ебаный в рот, Леш. Так, чуваки, сейчас мы идем мстить. Сейчас я найду Леху, он тоже где-то в Метановске. Да? Ты же в Метановске? Наверное. Я в Макдональдс сейчас подожду. Макдональдс? Да. Окей, секунду, погоди, тут какой-то бомж бегал, я видел. Мне надо его завалить. Макдональдс, слышишь? Тот чувак у Макдональдса бегает еще. Да, вали его. Чем, кулаками? Да, ты же Джон Сина. Серьезно? У него калаш. Да? Да. А, ну сейчас мы отобьем калаш, у тебя будет еще один калаш. Слышь, иди... Ой, блин, он сюда идет. Все, до свидания. Убегай. Помогите, убегай, зомби, танкуйте. Он мне кости сломал, твари. Нет! Ты где? Там у Макдональдса никого не было. Слушай, он наглый какой-то очень. Ну сейчас его наглость перерастет в смерть. Проучи его. Сейчас я его промучу. За Леху отомщу. Все, это паскуда сейчас поплатится. Вон он, сука. Ну все, ему не жить. Все. Ну, нет. Я раздобыл пушку специально для... Я видел какой-то фильм, где, короче, кто-то купил оружие, чтобы это отомстить за это, что-то там. За что? Он скрутит. Сюрприз, мазафак, он тут пьет сидит, а? Да как так-то? Я хоть одного вальнул-то? Да. Но я убил не того, я убил чувака сбитый. Нет. Ну как? Так. О, он сдох. О, ты не убивал Леху, но все равно я тебя убью. Потому что ты не достоин жить здесь. Мне нужна вся твоя оборудование. Вся и... твоя оборудование. Ну-ка, завали ебало. Бутылка питьевой воды. Я запою его до смерти. Часы. Я буду показывать ему время, пока он не умрет. Я буду светить в него химсветом, пока он не сдохнет. Я закормлю его, и у него будет целлюлит, и он сдохнет от ожирения. Я кину в него жестяную банку. Но не убьешь, да? Я закормлю ему таблетками болеутоляющего, пока он не сдохнет. Он будет мучиться у меня вечно. Я переломаю ему все ноги битые.
и потом дам ему таблетку боли утоляющего. Я потом опять переломаю все ноги битой. Боже мой, какие угрозы. Я закормлю его рыбными консервами и буду показывать часы, пока он не уймется. Я буду кормить его жареными гвоздями. Лех, у тебя же есть сковородка? Да. Да, приготовим жареные гвозди и закормим его. А потом оденем в коричневые штанишки. Я засвечу ему глаза до смерти и напою бутылками воды. Все, месть начинается. Ё-моё, чуваки, смотрите, куда мы пришли. Метанопск. Ну все, тварь, прощайся с жизнью. Ибо сейчас я посажу тебя на стул, обверну тебя тряпками. Ты никуда не убежишь, засуну в рот болеутоляющие таблетки и буду ломать тебе ноги. Наушниками этими, Beats, или как их там, 777. Ой, чувака нашел. К сожалению, вот он! Все, мразь. Опа, тут какая-то тварь в трусах. Ну все, тебе не жить. Иди сюда. О, лимонад. Это тоже поможет мне убивать его. Прости, братан, но мне... О, вяленое мясо. Он умрет от ожирения. Военные ботинки. Окей, я буду ломать ему ноги военными ботинками. Надеюсь, это берцы. Шоколадный батончик. Фига себе. Лимонад. Я просто оболью его лимонадом и буду издеваться над ним. У Макдоналдс. Эта тварь же любит жрать. Сейчас она жрется. Вон они. Все. Прощайтесь с жизнью, сучки. Там их двое, но ничего. Одного я убью. Засуну биту в рожу. Просто... Все, вхожу в падик. Я в аэропорт. Ой, ну ничего, тут много ходячих, но меня это не остановит. Я отомщу за Леху. Отомщу за Леху. За Леху просто вот грех не... А! Так, одного! Ну... Бью! Давай! Да как же жрать-то, твою мать? Как же я отомщу? Они отобрали мне все ресурсы. А ведь я... Они пьют мой лимонад, суки! Нет! Вы еще поплатитесь. Очень интересное повествование, но я сейчас в аэропорту и лутаю очень классные шмотки. Да заткнись, еб...